Всех приветствую на канале «Нам по пути». Меня зовут Дмитрий, я из города Красноярска и веду свой блог уже несколько лет про дальнобой. На этом канале вы можете посмотреть ролики про эффективную эксплуатацию автомобилей Scania, Mercedes, как эффективно управлять фурой и экономить на расходе топлива. География маршрутов по Российской Федерации. С вас подписка, с меня контент. Всем удачи на дороге. Ну что, поехали. Что, еще раз всем привет. Сегодня хочу поговорить по поводу Эко-ролла, наката. То есть мы вот подъезжаем к Козульке. До Зельдеевского кольца 60 километров осталось. То есть сейчас хочу объяснить, в какие моменты выгодно ехать, катиться Эко-роллом на нейтрале, а в какие моменты выгодно двигаться именно на передаче. То есть вот сейчас у нас прямой участок, скорость мы немножко теряем, но двигаемся на Эко-ролле, на нейтрале. Он сам выкатится, сейчас впереди будет спуск, здесь газовать смысла никакого нет, потому что он за счет спуска раскатится. Еще и перед мостиком, возможно, придется притормаживать. То есть вот здесь, если бы он сейчас двигался на передаче с нулевым расходом топлива, то скорость была бы гораздо ниже. То есть он бы этот участок не смог выкатить полностью, так скажем, эффективно, да? Вот. А бывают моменты, сейчас вот там дальше получается участок будет, я вам продемонстрирую. Бывают моменты, в которые как раз выгоднее двигаться на передаче. И здесь машина, она в принципе на вот таких более-менее пологих спусках, она катится на Эко-ролле. Если у нас идет более крутой спуск, идет ускорение более, ну, быстрое, то машина подкидывает передачу. Вот как, допустим, сейчас. Но сейчас я с ним, конечно, не согласен. Причем он 11-ю подкинул. Он, наверное, хочет, чтобы мы газовать начали. То есть вот скорость у нас 83 км в час. То есть она до 80 сама, получается, выкатилась. Здесь 90 скорость не нужна, потому что мостик разбитый был, да? Но маленько его подшаманили. Ставлю в механику. На 12 передаче он в этот подъем вытянет. 1100 оборотов у нас. Полный газ. На этой машине, почему я еще соосность хочу сделать. То есть вот сейчас получается, мы двигаемся по участку, на котором я проводил курс эффективной эксплуатации автомобилей Scania и Mercedes. И я знаю, где в какой подъем, на какой передаче машина должна зайти, где применить механику, где она должна накатом набрать определенную скорость. Ну и, соответственно, сейчас мы будем определять, насколько хорош накат у этой машины. То есть у нас получается где-то тонн, наверное, 17-16 тоннажа. То есть двадцатки у нас нет. Вот. Но я все равно на этом участке примерно знаю, где там отпустить газ и, так скажем, к ложбинке там должен он набрать определенную скорость. Пока особо не разгоняем, то есть двигаемся вот 82, на моментальнике у нас 30 литров, 29-28, то есть болтается. Впереди у нас будет спуск, скоро за счет спуска мы его разгоним уже там до 90. И дальше будем двигаться 90. Пока как бы газовать смысла нет, потому что потом на спуске придется нам притормаживать. Вот. Если вы хотите, чтобы у вас машина не Эко-роллила, есть два варианта. Первый — это, ну, это не касается Евро-6. Евро-6 и в мощностном режиме, и в Эко-режиме все равно будет Эко-ролли. Разговор идет про Евро 5.
Соответственно, первый способ — это просто поставить в мощностной режим, коробку перевести с эко в повер, тогда машина экоролить не будет, то есть она будет двигаться на передаче. Вот. Но в нашем случае именно на коробке Итан у него, как только обороты 1000 падают, он подкидывает еще передачу вниз, то есть он, соответственно, будет. Вот видите, я даже газ не отпускаю, я ее подразгоняю немножко, потому что здесь, если просто накатом ее пустить, она скорость не наберет нужную нам. Все, 92 набрали, 93. Вот. И второй способ — это нажать просто на педаль тормоза. То есть также вы, когда, допустим, идете, после того, как он у вас стал нейтраль, подкидываете педальку тормоза, нажали чуть-чуть, и все, он уже передачу подкинет. И пока вы газ не нажмете, он уже не пойдет в экорол. То есть поэтому вот здесь получается как бы не совсем удобно. В том плане, то, что надо будет ему подкинуть топливо. И причем не просто там на газ нажал, отпустил, а надо нажать какой-то, ну там, сколько-то секунд проехать. Только после этого вы отпускаете педаль газа, и он начинает экоролить. Вот. Ну не катится. То есть здесь он должен был набрать где-то 87 уже на экороле. То есть даже не на передаче. Соответственно, так как накат плохой. Кстати, это не единственный прицеп. Сейчас вот с Равилем общались. У него в другую сторону прицеп идет. То есть он наоборот, левый рожок все видит в это зеркало, а в то зеркало видит переднюю стенку прицепа, и тот рожок и хвост прицепа не видит. То есть у него вот так прицеп идет, да, то есть, соответственно, тоже новый. Либо халтуру начали гнать, и соосность перестали делать на заводе, либо еще что-то, я не знаю, либо такая партия косячная, либо у них там что-то сбилось, какие-то настройки там. Но я думаю, что, скорее всего, просто халтуру гнать начали. Объемы, видимо, не вывозят, начинает спешить, качество сборки падает. Потому что качество сборки на моем прицепе упало, то есть мне что-то в этот раз и тягач достался такой, не ахти, да, и прицеп. То есть еще одна причина, почему рожок левой стороны плохо видно. Потом остановимся, я вам покажу. То есть я в этом плане педант. Я люблю и умею обращать внимание на мелочи, вот на какие-то минимальные моменты. Вот здесь тоже мы накатом могли идти, но он будет терять скорость, если я отпущу педаль газа. То есть как бы сейчас вот подъем у нас 12%. Ну, я думаю, что он на 12-й выйдет. Мы его сейчас в мощностной поставим, чтобы он заранее у нас переключился. На 1250 должен переключиться. Полный газ. Вот перекинул, полторашка. Подачу топлива убавляем, но он, собака, не переключается. Переводим в эко. Переключился. То есть вот здесь как бы я еду то в мощностном, то в эко, в зависимости от того, что я хочу, какие обороты двигателя я хочу держать. Я уже подпривык, уже, так скажем, изучил и мощностной, и эко режим. И управляю коробкой просто там, либо в тот режим поставлю, либо в тот. Так, ставим мощностной, отпускаем газ. Сейчас у нас тут будет спуск. Посмотрим, на спуске будет он терять скорость или нет. То есть 83 мы начали спуск. 82, 81. Все эти теряют скорость. Ставим в эко режим.
вот сейчас начал катиться. Все. Встал в Экорол. Уже как бы лучше катится. То есть... Пока ни газ, ничего не нажимаю. Вот в этот моменте как раз нам нужен Экорол. Мы вот этот пик горы, то есть в горку я не газовал. 10 километров, 11. Скорости мы потеряли. 12 уже. 13 километров потеряли. Но мы топливо не тратили. И именно в Экороле машина выкатилась. Если бы я двигался на передаче, то она бы этот участок не смогла выкатиться. То есть пришлось бы нажимать газ. Вот. Опять же, за счет спуска она не набрала определенную скорость. Здесь должна быть скорость уже 85, 87, 89. С двадцатки по-любому 89. У нас только 81. Ну все, нажимаем газ. Пока он не начал терять скорость. Соответственно, сейчас попробуем зайти, конечно, в подъем. В этот мы. На 12-й передаче. В принципе, Scania заходит здесь, даже с двадцаткой на 12-й передаче. Но если начинаешь подъем, 89 км в час. Поставлю в механику. В эко-режиме. Должен он выйти. 1100 оборотов. Да, выйдет 100%. Все, то есть с тягой на вот на данный момент этот автомобиль едет как Scania 440, но с менее скоростным мостом, то есть с тяговым мостом. Да, в принципе, наверное, и ЕСКО также примерно здесь тоже на 12 может выйти. Вот. Но при этом мы начали подъем не на 89, а на 80 км в час. Маленько я его до 83 подразогнал. И вот начало подъема было 83 км в час. Все, обратно переставляем в автомат. Пока газ не отпускаем, пока подразгоняем. Поехали Экоролом. Вот он, видите, катится. Вот 90-92 была скорость. Потихоньку скорость теряет. Сейчас до 86 потеряет, я ему подкину. То есть, чтобы он сильно уже здесь особо не терял скорость. Сейчас немножко мы ему поможем, и там опять будем накатом катиться. Ну и, соответственно, разгонять здесь тоже особого смысла нет, лететь 90. То есть я вот никогда не зацикливаюсь именно на какой-то определенной скорости, что надо везде 90 лететь, либо там везде 82 ехать. У меня все зависит именно от дорожных условий. Отпускаем газ, что-то непонятно, что там дымит. Дорожники. А, это не дым, это пыль. Нифига он шпарит. Бурят, бурят. Ограждение будут здесь тоже делать, видимо. Магнитола, смотрите. Начинает уже тупить. Вот на Евро 6 только нормально работало. На этой сначала вроде в принципе нормально работало. Потом, я так понял, как память заполнилась на флешке. И он начинает подтупливать. Может, флешку стоит поменять. Может, флешка какая-нибудь косячная. Поставить другую флешку. Ну, как бы вот он начинает подтупливать. Иногда на поворотники не реагирует. То есть включаешь поворот. Он должен показывать, да, нам правую и левую камеру. То есть иногда не показывает.
включим сейчас вот на том моменте, где у нас будет как раз еще один хороший участок, такой показательный, так скажем, перед границей с Емельяновским районом. Принято. Вот сейчас у нас Мажары будет. На пешеходном переходе у нас где-то скорость должна быть 75. Ну, то есть, когда мы отпустим газ. И вот как раз этот участок тоже хороший показатель по накату. Сейчас вот он должен сам раскатиться. А, нет, рано, это еще не этот участок. Попозже включимся. Вот, ребята, у нас после Роснефти тоже такой участок. И вот в повар я иду. И вон, видите, передатчик подкинул, уже на 11 двигается. Соответственно, если я хочу здесь, чтобы он и королил, я его ставлю в эко-режим. Все, сейчас будет катиться. Сейчас он до мостика выкатится. Впереди идет Олимп, мерседесик. Тоже, смотрю, едет так же, как и я. Тоже выкатывается. Главное, чтобы они нам там сейчас в подъеме особо не мешали. То есть пока вот я ничего не нажимаю, ни газ, ничего, потому что не хочу к ним приближаться. Мы лучше в подъеме догоним их. Ну, хотя тут вообще до кольца смысла нет их обгонять. Да, низкая скорость, конечно. То есть вот они по-любому тоже накатом идут. И мы отстаем от них, начинаем. Вот уже 62 скорость. Все, уже надо нажимать педаль газа. Потому что вот по этому участку тоже накат проверяется хорошо. Где вот мы, получается, где гаишники стояли. Я отключился. То есть скания на передаче выкатывается до самого мостика, который сейчас впереди у нас будет. Если ей не мешать, ничего не включать, она катится, 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 если хороший накат на машине. Соответственно, наша машина так не катится. То есть вот уже второй участок, на котором я убеждаюсь, что накат у нас слабый. На 12-я машина не зайдет, соответственно, нет смысла разгонять перед подъемом после мостика. Мостик подразбитый. Вот мы на 11-й без проблем зашли, 1300 оборотов, пока газ не отпускаем. Именно для того, чтобы он сейчас успел разогнаться и включил 12-ю. Видите? Включил 12-ю. На 12-й продолжаем разгон. Для того, чтобы в этот подъем заскочить на 12-й.
переключился, только после этого я подкинул газ. Вероятно, мобильная засада. Ограничение 70 тысяч метров. Еще раз переключился. Ну тут уже как бы без вариантов, уже 10-я передача, но нам надо было либо сильнее наваливать, но видите, Скания-то сама успела обойти Мерседеса. А мы бы по-любому не успели, поэтому нет смысла тут жопу рвать. И вот сейчас у нас будет хороший такой участок, где машина должна на передаче выкатиться. Королил. Вот как я и собирался, 74 километра в час у нас скорость, пешеходный переход, газ спускаем. Ограничение 70-800 метров. То есть это вот сейчас мы 5 километров в час скорости потеряли по технологии Scania. Перед началом спуска нужно потерять на пике горы 5 километров в час скорости. И вот сейчас внизу, на границе с Емельяновским районом, у нас должна быть скорость где-то в районе 95. Так, смотрите, что происходит. Он на 11-й, катится. Повышаем 12-ю. На 12-й он будет катиться лучше. Я что-то сразу не обратил внимания, что он в повере на 11-й катится. То есть вот здесь тоже не забывайте, да, эти моменты. Посмотрим, раскатится он или нет. Думаю, что вряд ли. Мерседесик вот лучше катится. Ну тоже не особо. Либо легковес, либо тоже надо что-то смотреть. Причем он, скорее всего, в Короле катится. Ну, может, я, конечно, ошибаюсь, может, он делает все как раз по фэншую, все правильно, на передаче, потому что здесь, вот именно на этом участке, нет смысла в Короле катиться. Он к низу горы все равно раскатится до 90 км в час. И там у нас камера, поэтому еще и придется притормаживать, скорее всего. Вот. Сейчас посмотрим. По ощущениям уже где-то 87 он максимум раскатится, не будет там скорости 95. Видите, теряет скорость. Наката нет. Вот, ребята, можете свою сцепку проверить вот на этом участке. То есть вот от Мажары, от пешеходного перехода газ отпустили, скорость где-то 75-74 км в час, и она у вас с 74 должна раскатиться до 90. Вот здесь. Так, камеры нет. Смотрим, да, 79 80 82, а не 95. Вот такие пироги. Поэтому соосность надо делать. Это влияет на расход топлива. А вот на этом спуске как раз уже педаль газа не отпускаем. Здесь за счет спуска нужно постараться разогнать машину до 90. Потому что впереди у нас будет подъем. То есть если здесь я просто газ отпущу, то машина не наберет определенную скорость, которая нам нужна.
Хотя вроде это спуск. Но у меня, вон видите, на моментальнике там 17-20 литров. Я машину подразгоняю. Переводим в эко-режим. Пусть уже здесь эко-ролит. Видите, даже на эко-роли теряет скорость. Даже на эко-роли теряет скорость. Вот отсюда и берется расход. То есть, может, и проблема-то не в машине, может, машина-то тянет нормально. Потому что расход у меня на голове, в принципе, был нормальный. А вот прицеп нас держит. Прицеп не катится. Колечко впереди будет. Через 12 километров. Газ отпустили в подъеме, не тормозим. Что-то Мерседесик совсем не едет, или он из-за УАЗика. Вот это неэффективно. Мы уже на 9 едем, хотя можно было в этот подъем на 11 залететь без переключения, вообще без проблем. Надо будет их, короче, объезжать сейчас после кольца на расширении. Села камера, которая на голове, поэтому снимаю со старой, с Xiaomi.